Мы встретились с заслуженным машиностроителем России Сергеем Потаповым и узнали, какие качества помогли ему получить это звание. Для Сергея Потапова эта государственная награда не первая, но, безусловно, самая значимая. В 2008 году оператору станков присвоили звание «Заслуженный работник промышленности Чувашии». А в 2012 Сергей Иванович стал ветераном завода. Ну а сегодня он заслуженный машиностроитель Российской Федерации. Сергей Потапов вот уже 27 лет работает в сфере машиностроения. Сначала он был учеником токаря, потом сам стал токарем. А в 2011 году решил попробовать себя на современных станках с программным управлением. Ну, конечно, первых порах, когда перешел на ЧПУ станки, боялся. Все-таки здесь я раньше вообще не был знаком и с программированием, всякие программы составлять не умел. Но все-таки боялся, но решил попробовать. Как видите, сейчас уже 5 лет, больше 5 лет работаю на этих станках. Ну, нравится, в принципе, все, можно сказать. И зарплата удовлетворяет. И я, как уже сказал, повторяюсь, станки высокоточные. Самому, как раньше токарем работал, самому крутить ручки не надо. Стружкой выгребать не надо. Здесь все станок сам производит. Самое главное правильно настроить станок и вовремя следить за размерами. Хорошо выполнять свою работу, передавать знания ученикам и делать все для развития отрасли машиностроения. Таковы планы Сергея Потапова на ближайшее будущее. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика.